«Мама на работе». Под таким названием в Ивановском центре занятости прошла специализированная ярмарка вакансий. Мероприятие проводят в преддверии Дня матери и готовы подыскать место каждой безработной женщине. Особое внимание дамам предпенсионного возраста, одиноким матерям и тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Им устроиться на работу сложнее всех. С утра уже у нас 10 работодателей, более 200 вакансий, самой разной направленности. Однако в целом востребованные специальности сегодня в нашей области – это в основном рабочие профессии. Если мы заглянем в наш банк вакансий, до 70% – это рабочие профессии. Одна из самых востребованных профессий на ярмарках – швея. Плюс она неплохо оплачивается. Требования пропорционально высокие. Мастериц здесь набирают сразу на несколько производств. Ищем швей, укладчиков порошочных систем, конечно же, с опытом работы, так как у нас предприятие, можно сказать, военное, да? Вот, у нас очень большие контракты, вот, и чтобы эти контракты нам вовремя сделать, нам, конечно, нужны люди уже с опытом работы. Зовут работать медсестер, продавцов, контролеров качества, пекарей, товароведов. Несмотря на разнообразие, не всем женщинам удается найти вакансию по специальности. Я контролер. Пока работы нет. Сейчас смотрю разные варианты. Пока сложно. Потому что и заводы стоят, и пекарни, где я работала. Пока мест нет. На базе центра занятости организуют специальные курсы, на которых можно получить новую специальность в короткие сроки. За минувший год 40 женщин после обучения в центре смогли открыть свое дело. Всего за 2016 при содействии службы занятости трудоустроены более 7 тысяч женщин. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.